идем. Да. Воскресенье, это значит купель. И мы решили сегодня поехать не в Звенигород, а к нам в Красногорский район. Вот под Петровым Дальним есть. У нас сегодня 13 человек. Всю дрянь из головы убирает. В том числе и всякие негативные вещи. Такие как зависть, там и все вот в этом духе. Сейчас сниму, как мы окунаемся. Вот как здесь красиво. Вот тут спускаешься прям. Все красиво. Ху-ху-ху. Блогер. Занимайтесь спортом и окунайтесь каждое воскресенье. Холодная вода, она, знаете. Слушай, а тут вот. По одному заходит. Не, ну маленько купили, но ничего страшного. Это, правда, нет сбитня и теплой раздевалки, но мы решим этот вопрос. Ярополк. Открываем новую купель. Ух ты. Это прям задом лучше. Лучше задом, да? О. Праздник. Праздник, когда сел с ворщенного воскресенья.